На полях Славянского района подходит к завершению уборка озимой пшеницы. На сегодняшний день убрано более 19 тысяч гектаров, что составляет почти 95% посевных площадей. Валовой сбор зерна свыше 110 тысяч тонн. Средняя урожайность по району составила более 57 центнеров с гектара. Лидерами по урожайности стали хозяйство Черноярковское – 65,5 центнера с гектара, предприятие «Кубань» и зерновая компания «Новопетровская», ОСП «Славянская» – 64 центнера с гектара. Уборочную страду планируется завершить на следующей неделе. Теплая солнечная погода благоприятствует работе славянских хлеборобов, которые стремятся внести свой весомый вклад в кубанский каравай. Задача привычная, но от этого не менее ответственная. Убрать выращенный урожай в установленные сроки без потерь. И эта задача вполне по силам аграриям. Мы побывали на втором участке крестьянского хозяйства «Цемдалинское». В подразделении, которое находится в нашем районе, 1000 гектаров земельных угодий. Половина из них заняты под пшеницей. Уборочный комплекс небольшой, но коллектив квалифицированный, слаженный и работает как часы. За 8 дней страды здесь уже смогли перевалить за ее экватор. Урожайность пшеницы порядка 60 центнеров с гектара. Качество зерна соответствует 4-му классу, что очень неплохо. Добились этого аграрии благодаря строгому выполнению всех необходимых агротехнических мероприятий. До этого было очень много сделано. И подкормки, и обработки. И вот в данный момент идет уборка. Уборочный комплекс состоит из 3 человек, 2 комбайнера и тракторист, и плюс 2 работника на мехтаку. Настроение у людей бодрое, и я считаю, что если погода не перебьет, то к концу следующей недели мы должны закончить. Битва за урожай, как нередко романтично называют уборку зерновых, здесь проходит вполне буднично, без каких-то экстраординарных усилий. Золото хорошей чистой пшеницы заполняет комбайновые бункера. После обработки на механизированном таку оно попадет покупателям, а потом в виде румяного каравая и на стол российским потребителям. Ради этого и стараются хлеборобы. Андрей Вишневский, Александр Косицын, Константин Монастыренко. Программа «События».